Рум 212. Но там нас, кажется, и ждет загадка какая-то с кендлстиками. Глаз у меня тем временем уже почти закрывается. Кендлстики. С ним явно что-то непросто. Угу. Insufficient flame. То есть мне не хватает огня. А чем я его должен зажечь? Позвольте спросить. Air condition? Да, окей. Я включил кондиционер, окей. Insufficient flame опять. 3, 5, 4, черт побери, ни хера непонятно. То, как сейчас скучно все это, я думаю, для вас, это вот как раз напоминает мне, почему я вообще бросил летсплеи. Хотя, конечно, были и всегда фановые летсплеи. Да. Порой ты просто не знаешь, что ты делаешь в этих играх. И это отнюдь не интересно наблюдать. Стримы в этом плане куда динамичнее, потому что ты можешь... Даже если тебе нечего делать в самой игре, ты можешь, тем не менее, общаться с тем, кто смотрит стрим. Так, он не успел взорваться, это хорошо. А, ну, я умер? Наконец-то, господи, наконец-то я умер. Потому что, почему я говорю наконец-то, потому что я этого заслуживаю. Я отвратительно играю в Killer 7, отвратительно играю в эту игру. Я не умею целиться в эти ебаные маленькие точки. Это отнюдь не фаново. Что меня удержит в этой игре, это невероятный стиль. Это то, чего я не могу, перед чем я не могу стоять. Стиль игры, да. Кстати, да, то есть получается, я начну с самого начала, то есть мне надо будет... Так, кстати, здесь можно так целиться во время. Клевый загрузочный экран мне очень нравится. Но стиль этой игры, наверное, если бы я делал обзор, я бы говорил 90% хронометража ролика. Короче, негр — бесполезное существо, поэтому мы будем бегать за этого чувачка в крутом костюме. Визуально он мне больше всех нравится. Меня удивляет, что Killer 7 до сих пор не портировали на PS4. Ее даже на PS3 не портировали. Не говоря уже о PS4, действительно. Ну вот, еще хватало, чтобы... Найс. Кровь. Сейчас мы зарегейним здоровье. На рекавере потратим. Как вы видите, око открылось в полную. Sprite code continue float int define any battle control 1 next line, окей. Ничего не понятно, что написано, но эстетика напоминает Million Dollar Extreme на самом деле. И, наверное, неудивительно, что мне нравится и Killer 7, и Million Dollar Extreme. У обоих такая эстетика, вот этого вот нагружение изображения разными анимациями, текстом. При этом стильно выполненных. Ультра тайт спот. Тут
То есть это абсолютно не обязательная информация, но здорово, что Суда помещает этого персонажа часто в эту игру, потому что он мне очень нравится. То есть в этот раз он просто сказал, что противников называют райскими улыбками, и вглядись в их, говорит, глаза, в них нет ничего райского. Что ты здесь забыл, дружище? Почему ты решил передохнуть прямо сейчас? Я выбежал всю дорогу и без оглядки, черт тебя дери. Сумасшедший ты, ублюдок. Большой здесь нет. Ух ты, бля, еще есть один. Попадай. Дай, дай, дай. Ну, я же сказал. Что ты сказал, блядь? Кому какое дело, что ты сказал? Ты не нажал то, что нужно было нажать. Я говорю, контроллер просто не слушается. Я не понимаю, в чем дело. Возможно, это дизайн такой. И в стиле Shadow of the Colossus. Я не знаю, на что грешить. Наверное, стоит на себя грешить в первую очередь. Так или иначе. Ну, кровь я потрачу скорее, наверное. Abilities, charge shot. А, ну у меня-то нет склянок, да? Я же правильно понимаю. Я, пожалуй, лучше подлечусь этой кровью. Но если я буду постоянно лечиться, я и не улучшу своего персонажа. Так и буду бегать как бомж с без способностей. О май гад. Надо что-то делать с этим наведением. Прямо в яйца. Ну и что еще беспредельно в этой игре, это то, что перешел ты в другую часть локации или нет, враги уже будут переть на тебя, если они там есть. Они не будут ждать тебя. Вот в этом холле мы еще не были. Опять Трэвис. Давай на секунду поговорим серьезно. Райские улыбки — это священные войны. Они используют смерть как оружие. Ну почему ты должен ведь понимать вообще смысл всего этого? Ты же ведь всего лишь киллер. Как снисходительно с твоей стороны, Трэвис? А, ну вот я и подлечился, судя по всему. Ну тут по старой схеме, опять касцена будет. Я бы мог спросить, каким образом она разговаривала после таких ранений, но я думаю, это не самый разумный вопрос. Особенно в игре Killer 7. Держи, чертов прицел, мать твою. Где у него было слабое место, я так и не успел увидеть, к сожалению.
Давайте еще раз послушаем, что эта маска нам скажет. Какие-то фразы слишком долго тянутся, какие-то такие длинные, при этом так быстро пролетают. Я проверил candlesticks. Окей. Я понял тебя, дружище. Ну и чё? Что меня ждет? Мало чего хорошего, я так думаю. Опачки. Два фака держит. I shall guide you. Ну давай. The ring of fire and numbers shown on the candlesticks from 1 to 5. Но это же очевидно, я это знал. О господи, какой идиот. Завтра это может быть ты. Короче, он мне угрозу кинул только что, ребят, если вы не поняли этого. Не, ну они же не поджигаются. А ring of fire это что, по-вашему? У меня нет никакого круга огня. Insufficient flame. А где мне достать этот сраный flame? Всего лишь хочу сохраниться, черт побери, но мне не дают этого сделать. А, то есть он говорил, что когда она одета в строгое, то она послушная, типа, и выполняет свою работу, когда она одета повседневная, то она так та еще сука, и типа нельзя сохраниться. Но как это можно поменять? Как я могу на это повлиять? Мне вот что интересно. Давайте прокачаем, а? Чарджшот, я не думаю, что это то, что мне нужно. Пауэр? А, так у меня серума нет. Я еще серум не изготовил. Черт побери. Вот увидите, в каком она настроении, к ней точно не подкатишь. Это определенно. Сейчас он мне серум изготовит. Три серума. Найс. Теперь я смогу прокачать своего ГГ. Abilities. Charge Shot. А, то есть она просто есть, как бы я не могу ничего с этим сделать. Я могу, да, повысить его силу. И что за waiver? Что это за? Повысим waiver, что бы это ни было. Глупо, наверное, с моей стороны прокачивать то, что я не понял, что это такое, но... Возможно, это спасет мне жизнь когда-нибудь. Сейчас тут чувачок меня уже ждать будет, это определенно. Найс. С первого выстрела. 16. Здесь ничего нет. Ровным счетом. Ничто мне не угрожает. На первый этаж сейчас, наверное, просто придем и сохранимся там, и это будет конец летсплея, потому что я не могу тратить еще больше вашего рендера, друзья, потому что мне пока ничего просто сказать, потому что я не знаю, как дальше это проходить. А, но я
Надеюсь, вам будет что сказать об увиденном. И как бы, если хотите видеть еще выпуски. Ну, сколько раз, кстати, я спрашивал это все в косплеях, никогда не было никаких отзывов, что как бы говорит красноречиво о том, что мне пора завязывать с косплеями навсегда. Но, да, сколько раз я не говорил, помню. Если вы хотите еще эту часть, то пишите в комментариях. Никогда никто ничего не писал, потому что всем насрать. Я не могу винить их за это, они самые лучшие косплейщики. Это определенно. Вот вы видите, когда она вот в своем официальном одеянии, она готова прислуживать нам. Очень услужливо так нажала кнопочкой на телевизор, чтобы я мог сохраниться. Гроссхоппер нас ждет. Сохраняемся и валим, дорогие друзья, отсюда. Спасибо за просмотр. Это действительно, так скажем, любопытная игра. Это, я думаю, безошибочно можно определить. Поэтому, да, если вам не насрать, напишите в комментах. Рокджекер, я хочу еще один летсплей по Killer 7. Посмотрим, на какой стадии я буду к тому моменту находиться в игре. Но сейчас это моя главная игра, я думаю, будет пройти Killer 7 определенно. Да. Что ж, спасибо за просмотр.